Всем привет, всем привет! Сегодня стартует чемпионат Европы стран НАТО. Да, чемпионат Европы стран НАТО, абсолютно легитимный турнир, потому что сборная России там не участвует. Ее по беспределу убрали. Вот, поэтому это не чемпионат Европы. Тут не определяется сильнейшая команда Европы. Нет, это просто какой-то там... такая военная спартакиада стран НАТО. Вот. Но об этом чуть позже. Сегодня матч открытия, но перед тем, как перейти к матчу открытия, я немного сделал небольшой анонс. Мы на этом чемпионате Европы проведем смертельную схватку между двумя самыми лучшими игроками, делающими ставки. Между мной, вашим покорным слугой, и евреем. У нас тут есть один еврей, который заработал 17 квартир на ставках. Пацаны, вдумайтесь. Он зарабатывает на ставках и заработал 17 квартир на ставках. Охуеть. Ну, еврей живет. Вот, и вот мы определим, кто из нас лучше делает ставки. Каждый день мы будем делать экспрессы на все матчи игрового дня. Вот, допустим, три матча идет, мы делаем экспресс, состоящий из трех матчей. И вот так я делаю ставку, и он делает ставку. Вот, и кто по итогам турнира всего чемпионата Европы заработает больше денег, тот и будет признан королем ставок. Королем ставок. Вот, в общем-то, чтобы узнать эти ставки, кто на что поставил, я поставил или он поставил, подписывайтесь на мой телеграм-канал. В этом телеграм-канале будет именно вот полный обзор его ставок, моих ставок, да. Вот, и вы можете уже анализировать и думать. Так что, если кто хочет следить за нашим батлом, смертельной схваткой, то подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ссылка на мою телегу в первом комментарии к этому ролику. Все. Все. Теперь переходим непосредственно к матчу открытия. Сегодня матч открытия. Это матч между Германией и Шотландией. Между Германией и Шотландией. Я вспоминаю эти сборные в далеком 90-м каком-то там горбатом году, в начале, когда Советский Союз распался, и у нас вдруг появилась какая-то непонятная сборная СНГ. Вот, и она вышла в финал чемпионата, в финальную часть чемпионата Европы, где оказалась смертельной группы, то есть группа смерти, в которую входила сборная Нидерландов, сборная Германии, СНГ и сборная Шотландии. Да, это действительно была группа смерти, вот, потому что и Нидерланды, и Германия тогда были очень сильные. И сборная СНГ была сильная, потому что там было, ну, поколение сильное было. Вот, и в принципе все подтвердилось. В первом матче сборная СНГ сыграла в ничью 1-1 с Германией. Причем сборная СНГ вела 1-0, там, по-моему, на 90-й минуте. Хёссер со штрафного забил какой-то невероятный гол, да, закрутил в девятку. Вот, и этого штрафного могло не быть, если там наш защитник, там, зачем он сфалил, надо было просто выбивать вал. Вот, 1-1 сыграли с Германией тогда, потом следующий матч с Нидерландами наши провели, сыграли 0-0. По итогу убили 2 очка, а тогда за победу начисляли 2 очка, за ничью 1 очко. То есть не было никаких еще 3 очков. В общем-то, наши сыграли 2 ничьи, нормально сыграли, да, и последний матч нам нужно было сыграть в нашем с Шотландией. А Шотландия оба матча проиграла, и Нидерландам, и Германии, да. Ну, это была донная сборная. И тогда просто нашим нужно было выиграть у шотландцев, само собой, разумеется. И они выходили из группы. Две команды выходили из группы. Ну и, как понимаете, результат 0-3. Мы проиграли Шотландии 3-0. Не выиграли, не ничего сыграли, проиграли 3-0. Вот, причем самое интересное, там спустя годы выяснилось, что сборная Шотландии-то выходила с бадуна. Они бухали, просто бухали весь вечер, весь день, да. И многие игроки просто выходили на поле, выпив пиво в раздевалке.
То есть вы понимаете, какое состояние игроков было у шотландцев, и они выиграли 3-0. Как так? Непонятно. Вот. Наши не были готовы тогда. Так получилось, в общем-то. В общем-то, и тогда мы вылетели, а Германия и Нидерланды прошли дальше. Вот такая группа была, где Нидерланды, где была Германия и Шотландия в нашей группе. Сборная СНГ. Больше я сборной СНГ не играл. А вот. Но перейдем к Германии и Шотландии в нынешних реалиях. Германия сейчас топовая сборная. Она и была топовой сборной, и остается топовой сборной. Сейчас они немного сменили романтику футбола, с такого сильно атакующего футбола, на рациональный. Вот. В общем-то, пропускать перестали так много, как было раньше. Но и забивать не так много. Вот. Что такое сборная Шотландии? Это любители. Ребята, это любители. Самый настоящий любитель. Ну, не знаю, если так мерить, на мой взгляд. Их сборная России раскатала бы. Там, два мяча. Там, если бы у нас играли Миранчук, Головин, да, Сафонов, мы бы их раскатали. Ну, я смотрел просто, даже товарищеский матч, смотришь, кому они проигрывали. Нидерландам 4-0 сгорели. Северной Ирландии проиграли. Шотландия это любитель, там, их называют горцами, они люто ненавидят Англию. Люто ненавидят Англию. Их там постоянно англичане унижали. Вот. Но в данном случае, тут, конечно, Шотландия это явный аутсайдер. То есть там немцы заберут мяч и просто будут его катать. Пытаться забить. Вот то, что Шотландия не забьет, но я практически уверен на, не знаю, на 99%. Но у меня на этот матч будет очень простая ставка. Моя ставка на этот матч это победа Германии с форой минус полтора. Коэффициент 1.83. Такой у меня прогноз. Вот такая у меня ставка на этот матч. Вот я считаю, что немцы выиграют матч. Может, даже и Шотландия забьет, но практически нулевая вероятность. Тогда немцы и легко могут и 3 забить, это Шотландия. Вполне вероятно. Ну, фора минус полтора, она хорошо смотрится. То есть 2-0. Ну, такой, скорее всего, немцы сделают такой классический 2-0. Они 2-0 забьют. В первом тайме 2-0 сделать и все. И второй тайм они просто будут катать мяч. Просто заберут тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. И все. Поэтому 2-0 вот тут так хорошо видится. Ну или может там во втором тайме третий забьют и 3-0 закончится. Вот, в общем-то, фора минус полтора на немцев, мне кажется, оптимальная ставка на этот матч. Ну а другую ставку, ставку еврея, вы можете узнать в моем телеграм-канале. Вот. У него, кстати, ставка с коэффициентом 3.65. У меня коэффициент 1.83, а у него ставка 3.65. Так что переходите в мой телеграм-канал, первым комментарием к этому ролику, и там вы узнаете эту ставку. Всем пока!